В библиотеке музея поселка Володарского состоялось торжественное мероприятие, посвященное 50-летию создания краеведческого музея. Жители сельского поселения с гордостью называют библиотеку народной. За большую работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, сохранению и развитию краеведческой экспозиции и в связи с 50-летием со дня образования музея сотрудники библиотеки были награждены почетными наградами. В городе Видное на улице Лемешко открыто новое помещение для размещения мировых судей. Администрация Ленинского района ведет большую системную работу по созданию благоприятных условий для деятельности мировых судей и граждан, приходящих на судебные участки за решением возникающих вопросов. Новое помещение полностью соответствует всем нормативам и требованиям, предъявляемым к помещениям, выделенным для работы мировых судей. В школе совхоза имени Ленина состоялось торжественное открытие 12-х районных рождественских образовательных чтений. В мероприятии приняли участие представители органов местного самоуправления муниципалитета, руководители муниципальных образовательных учреждений, священнослужители Видновского благочиния. Все выступавшие отметили важность этого ставшего уже традиционным проекта в деле духовно-нравственного просвещения и воспитания подрастающего поколения. Накануне Нового года налоговой службой будут организованы выездные мобильные офисы. Специалисты помогут проверить информацию о наличии либо отсутствии налоговой задолженности, получить платежные документы в случае ее наличия, проконсультируют по вопросам налогообложения имущества физических лиц и уплаты налогов. Мобильные офисы инспекции будут открыты 7 декабря с 10 до 16 часов в торговом центре «Красный камень», 21 декабря с 10 до 16 часов в торговом центре «Курск».